То есть помнишь, ты говорил про киянку и про вот это вот долото? Ну, колышек. Колышек, да. Клин. Клинышек такой, да. Это вот есть такие массажные методы, да? Но здесь мы заменяем руками. То есть я практически вот внедрился, да, вот в это место. И как бы вот туда вот стараюсь его, все тазовые кости отбить. Потому что чаще всего, ну, за счет гравитации у нас вся масса тела верхнего корпуса, да, давит именно на позвонки, которые 6-7, ой, поясничными, 5-6, и вот практически с крестцом. Они там вот наиболее спрессованы. Поэтому мы стараемся разбить. И сразу переходим делать вот такие спиралевидные движения, отводя широчайшие мышцы, большие, да, от позвоночника. Здесь вот есть небольшой нюанс, как вести эту спираль. Гравитация давит сверху вниз, да, поэтому спираль мы стараемся к позвоночнику вести вверх. То есть не в эту сторону, да, и не вот так вот, да, мы идем, а вот в эту сторону. Вот позвоночник получается. От середины спины, ну, от середины позвоночника. Нет, у позвоночника вверх и от. Вверх и от. Вверх и от. Потом, ну, два раза так прошлись, да? Потом целиком всей рукой, предплечьем, да, захватывая большие участки мышц. Здесь ягодичную захватили, да? Тут жирок захватили. Тут захватили вот это вот крылья, дошли до лопатки, да, и вот тут упражнение называется рубанок. У нас превращается наша рука в рубанок, вот эта вот ручка, на которой мы держимся, да, и мы практически начинаем натирать вот так вот. Или круговые движения, тоже от центра к периферии, от позвоночника в бок. Натерли, перешли ко второй руке. И вот ты вот уже начинал показывать, да, что ты там делал двумя локтями. Ну, в принципе, тут можно некоторое такое вот хаотичное движение. А в целом мы подготовили его к одновременным движениям обоих локтей, согревающих уже глубоко проминающих, параллельно друг к другу двигаются, да? Снизу вверх, то есть позвонки еще разжали. И потом начинаем уже внедряться. Можно вот так вот, эти мышцы, но стараясь разжать именно позвонки, разжать. Глубже его усиливаем всеми локтями. Получается тоже, я делю примерно на три части, четыре. Вот раз, два, три получилось, да? Потом раз, два, потом раз. В целом вот это движение получается третий раз, да, мы делали. Четвертый раз мы добавляем, поставили его с противоположной стороны от нас на вот эти мышцы широчайшие и добавили вибрацию вот такую на разводку. При этом стараемся здесь глубоко не идти локтем дальше, да, а в основном качает таз. То есть запускаем вот эту вибрацию, которую со змеей показал, да? Запускаем, я просто по-другому покажу тазом, а это рукой в противофазе. Тут вот тоже надо поучиться, чтобы руки шли вот так, в противофазе, потому что некоторые начинают вот так раскачивать. Это неправильно. Мы продолжаем это вот образ наш, метафора змея, да? Продолжаем запускать змею отсюда вот вверх. Локтевая работа. И дальше уже опять внедряемся и делаем такое сильное движение, предупреждая при этом клиента. Давай, пожалуйста, выдохни, расслабься, выдохнули вместе, и просто расслабляйся. Теперь можно дышать. Что я сделал? Я всем телом уже навалился и начал массивно раздвигать ему позвоночник, позвонки друг от друга вверх, да? Вот, это закончили, я еще предупреждаю. Ну, теперь дышим. Дышите, не забываем дышать. Это некоторые забывают. С локтями, ну, пожалуй, все, на этом пока закончим, чтобы ты запомнил. Вот, давай сначала, помнишь? С
Сначала. Ну вот, ты размял, да? Разогрел его. Mm-hmm. И дальше начинаем внедряться туда, как масло. Mm-hmm. Как нож в масло входит. Сейчас. Наш локоть. Отделяем. Да. Одну часть от другой части. Да, стараемся вот эту вот отделить. Верхнюю часть корпуса таза. То есть мы начинаем по кругу, большой круг, да, делать? Меньше. Сейчас, подожди, я не вижу. А, пригодится, да-да-да. Меньший круг. И второй здесь, и потом, да? Да. Ну, у меня получается 4 круга. Ну-ка, смотри, то есть я начинаю вот отсюда вести, да? Угу. Захватываешь себе мышечную мышцу, как бы раз, согрел ее, теперь поменьше круг. Четвертый вот такой мажорчик. Да, и вот здесь. Да, и вот тут, да, как остановился. Что чувствуешь? Трудно объяснить словами. Ладно, давай дальше. Ну вот я либо бью прямо, да, если прям кому-то надо. А так обычно просто подталкиваю. Так. И прохожусь по первому. Это сейчас что я вспомню. Так, с этого мы начинаем. То есть после того, как размяли локтями, да, потом. Потом мы начинаем. Прям конкретно к работе с локтями переходишь, ага. Впиваешься. То есть мы начинаем уже. Правильно? Да не, не. Да? Ну-ка покажи. А, вот тут как раз надо сделать спираль, надо вам нарисовать.